Из 4 многодневных постов Великий пост является самым продолжительным и строгим. Он включает 6 недель или 40 дней, поэтому называется также Святой Четыридесятницей. Пост – это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от определенной пищи, но и от всех вредных привычек и увеселений. В течение всего Великого поста Православная Церковь призывает верующих воздержаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы. Рыба разрешается лишь в празднике Благовещения Пресвятой Богородицы и входа Господня в Иерусалим, по-другому вербное воскресенье. А в Лазарев субботу постящимся можно есть икру. С особой строгостью принято соблюдать первую и страстную седмицу Великого поста. Завершится пост праздником Пасхи. Она в этом году выпадает на 1 мая.